Россияне доказывают свою доброту не словом, а делом. Около 11 миллионов граждан России переводят через интернет деньги на благотворительность. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight. Об этом сообщают РИА Новость. Агентство отмечает, что около 15% всех пользователей российского интернета отправляют средства на благотворительные и краудфандинговые проекты. Россияне не собираются переставать жертвовать деньги для добрых дел. Так, 80% пользователей планируют и дальше осуществлять онлайн-переводы. Отмечается также, что сборы организуют около 400 тысяч человек. Это менее 1% всех пользователей российского интернета. Краудфандинг – сбор средств на осуществление какого-либо креативного проекта или идеи.